Приветствую вас, друзья, на канале InvestCoin. Меня зовут Влад, и сегодня вы узнаете о том, как правильно анализировать рынок и принимать решения на основе данных. Хотелось бы начать с того, что вам для этого нужно. Значит, первое, что вам нужно, это понимание рынка. Второе, найти свою стратегию. И третье, определить факторы для роста. Разберем каждый пункт по порядку. Значит, первый у нас понимание рынка. Что значит понимание рынка? Это значит, что вы понимаете рынок, то есть вы понимаете, почему цена пошла в ту или иную сторону. Вы знаете, что такое энергия. Как найти точку входа? Вы умеете проводить уровни. Вы знаете, что такое уровни поддержки, сопротивления. То есть у вас есть знания и небольшой опыт какой-то, да. То есть для того, чтобы научиться понимать рынок, нужно много времени, чтобы прям хорошо понимать рынок. Но для начала достаточно понимать его хотя бы чуть-чуть. То есть элементарное понимание рынка. О том, как понимать рынок, вы можете посмотреть видео на нашем канале. Там есть видео, большое видео, трейдинг от А до Я. Там я разбирал все важные моменты в понимании рынка. Найти свою стратегию. Значит, как вам найти свою стратегию? Для начала я рекомендую вам завести небольшой депозит. То есть это те деньги, которые вам не жалко потерять. Допустим, вы выделяете какую-то сумму, скажем, это будет 100 баксов. И вы сразу воспринимаете эти деньги как плата за обучение. То есть вы платите за какой-то курс, либо, не знаю, что там, воспринимаете как плату за обучение, и на эти деньги торгуете по стратегиям, по разным стратегиям. Вы выбираете для себя какую-то стратегию, которую вам, не знаю, удобно, которая вам нравится, там 3-4 стратегии, где их искать, вы можете просто смотреть видео на YouTube, как торгуют другие трейдеры, и на основе этого выбирать какую-то стратегию, которая нравится вам. Несколько стратегий, допустим, выбрали 3-4, и по этим стратегиям вы торгуете. То есть торгуйте на маленькие деньги. И после того, как вы заключили там 300-400 сделок, возможно 500, чем больше, тем лучше. После этого вы анализируете свою статистику. Конечно же, во время торговли вы обязательно должны вести свою статистику. Об этом я уже говорил неоднократно. Ведете свою статистику, можете вести ее как угодно. Можете вести ее на какой-то платформе, на каком-то сайте, либо же вести вручную. Ну, зачастую люди все-таки делают это на каких-то платформах. Я лично это делаю вручную. Проанализировали статистику, и по статистике вы уже понимаете, какую стратегию вам лучше выбрать. Какая стратегия, по какой стратегии у вас самая лучшая статистика. И затем торгуете по данной стратегии. И строго придерживаетесь ее. То есть не тестируете какие-то новые, а именно торгуете по той стратегии, которая у вас самая сильная. У вас может быть две стратегии сильных. Три стратегии — это уже редкость. Лучше иметь одну или две стратегии, которые работают. Вот и все. Но для начала все-таки лучше иметь одну. И третий, последний фактор — это определить факторы для роста. Что это значит? Допустим, вы уже определились с какой-то стратегией. В моем случае это пробой уровней. То есть я торгую пробой уровней. Когда вы определились с какой-то стратегией, вы, соответственно, торгуете по этой стратегии. Но у вас должны быть факторы, которые указывают на то, что цена пойдет в ту или иную сторону. В данном случае я предполагаю, что цена пойдет на понижение. И я написал, почему я так думаю. То есть я описал факторы. И чем больше этих факторов, тем сильнее будет сигнал. То есть вы описываете на скрине, почему вы думаете, что цена пойдет в ту или иную сторону. В моем случае вот такая вот картина. Это дневной таймфрейм. Я анализирую график на дневке, смотрю, определяю направление движения инструмента на дневном графике. Первый фактор – это закрытие бара недалеко от уровня. Это мой первый фактор. То есть вот этот бар предыдущий закрывается недалеко от уровня. Это хороший сигнал для того, чтобы заходить в пробой. Дальше ближний ретест. То есть после того, как последний раз цена ударилась об уровень, она снова к нему подходит. Третий фактор – это поджатие. То есть видим, что каждый бар у нас ниже предыдущего, образуется некий такой треугольник. И это уже у нас третий сигнал для того, чтобы заходить вниз. Ну и можно еще дополнительный сигнал, который я здесь не написал, это уровень. То есть у нас есть уровень, это самое важное. Без уровня никакая стратегия работать не будет. Любая стратегия работает на основе уровней. Дальше накопление, то есть мы видим, что цена стоит в накоплении. Чем больше цена стоит в накоплении, тем сильнее у нас может быть движение. И запас хода, то есть потенциал, куда цена может у нас дойти. В данном случае до уровня 5. То есть это ближайший уровень поддержки, к которому цена может дойти. Я писал вот такие вот сигналы, и эти сигналы указывают на то, что цена пойдет на понижение. Ну, теперь подведем итоги. Значит, понимание рынка, то есть здесь, я думаю, тоже понятно. Вы учите технический анализ, учите какие-то факторы, стратегии, и уже как-то понимаете рынок. Далее, находите свою стратегию, то есть ищите какие-то стратегии, которые вам нравятся на теории, и затем применяете их на практике, и выбираете свою лучшую стратегию с помощью статистики, то есть обязательно ведете статистику. И третье, определить факторы для роста, то есть когда вы определились стратегии, начинайте торговать, опять же, даже когда вы нашли свою стратегию, лучше торгуйте на маленькие деньги, до тех пор, пока ваша статистика не будет хорошей. Об этом я уже тоже записывал видео. Определили факторы, написали эти факторы, чем больше факторов, тем сильнее будет сигнал. Минимум должно быть хотя бы 3 фактора. Опять же, все зависит от стратегии, но любая стратегия должна давать хотя бы 3 фактора для того, чтобы цена шла в ту или иную сторону. Что ж, друзья, если это видео было для вас полезным, информативным, пожалуйста, поддержите лайком, подпишитесь на канал. Вам я желаю всего самого хорошего, профита, удачи и пока.